Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня по делам ездила, в супермаркет заехала. Обзор на природе не буду делать. Видите, все завалило снегом у нас. Очень неприятная погода, слякоть. Это самая погода, что люди промочили ноги и простуда, и все. Желаю вам, чтобы не промочили ноги, чтобы хорошее настроение было. И всего вам самого доброго. Зима у нас. О, такая дорога. И стабилизация не поможет на такой дороге. Это огороды у людей, то все в снегу, конечно. А где машины, то уже растаяло. С утра -2, сейчас +2. Это наш дворик такой. Что протопчут люди, то и будет. Не убираем. Не убираем. Мой дворик. Гляньте. Уже. Здесь палисадничек. Видите, все завалено снегом. А детям радость. Это дворик наш такой. Ничего не расчищают. Вон женщина идет потихонечку, чтобы не поскользнуться. О, а это сумасшедшая радость. Вот пришла я домой. Вот. Сейчас они у меня в гостях. Йорки, девочки. Пока достала телефон, то радость такая поутихла.